Обеспечивать взаимодействие с органами власти, привлекая граждан к решению задач социально-экономического развития всего региона. Это главная цель общественных советов. Сейчас в Пензенской области таких 28, и их деятельность на постоянном контроле. Рабочая группа общественной палаты подвела итоги за 2023 год. Губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко уделяет особое внимание общественному контролю и роли общественных советов в выполнении консультационно-контрольных функций. Особенно важно выстраивать работу общественных советов так, чтобы деятельность была прозрачна и доступна для всех граждан. В ходе круглого стола было отмечено, что общественные советы призваны стать эффективным помощником местной власти. Их участники выдвигают и поддерживают гражданские инициативы, а также проводят общественную экспертизу решений министерств и ведомств. И эта работа очень важна. Самая главная цель и задача для любого общественного совета – это прежде всего видеть, знать и понимать основные задачи той структуры, в которой они работают, знать, что не устраивает население, с тем, чтобы вместе с руководством министерства внести необходимые изменения в постановку работы, чтобы это как раз способствовало интересам дела. По итогам мониторинга дипломами были отмечены 6 общественных советов, которые показали наилучшую эффективность за минувший год.